радость и печаль, любовь и тоска. Музыка Баира Дондакова затрагивает самые сокровенные струны души. Авторский концерт, по словам композитора, это своего рода отчет перед земляками, а потому в него вошли самые лучшие произведения. Одни уже знакомы, другие на сцене оперного прозвучали впервые. Особое место в программе занял гимн прославления тамчинского датсана. Его композитор написал более 20 лет назад. И вот второе в истории исполнения. Очень интересный колорит. Концерт для фортепиано, я сам пианист, поэтому меня вообще просто это поразило. Такая интересная трактовка, интересные моменты, какие-то технические моменты. Я не могу так судить, как музыковеды, конечно, каковы неожиданно камеры. Но очень интересно, с удовольствием послушали. Именно оркестровка мне понравилась. Все это очень близко, конечно, все это жизненно, все это правдиво. Я очень рада, что вообще вот сегодня мы присутствуем на этом концерте. Произведения исполняли заслуженные артисты, золотые голоса России, Бурятии, молодые, но талантливые исполнители, а также гости из Монголии. Все они – давние друзья композитора, с готовностью откликнулись на просьбу принять участие в творческом вечере. Автор всегда надеется на великолепное исполнение. И сегодня я очень рад своим друзьям, исполнителям, прежде всего солистам, Жене Евграфову из Москвы, Володе Албатаеву из Москвы, которые прилетели оттуда, великолепному монгольскому дирижеру, моему сокурснику Тулайху, который приехал из Монголии, и солистам нашего театра Татьяне Шейдагбаевой, Монгзу, Бачимек, Белигме, Ринчинова, Эдуарду Жагбаеву, за то, что они меня поддержали своей энергией, вот как вы сказали, да, слили свою энергию, соединили с энергией оркестра и зрительного зала. Баиру Дондакову подвластны разные музыкальные жанры. Он писал для симфонических, камерных, хоровых оркестров, для кино и театра. Композитор намерен и дальше радовать поклонников своего творчества. Екатерина Устишенко, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ.